Приветствую вас, друзья! Всем бы хотелось видеть рынок именно так. Давайте попробуем. Ну что ж, давайте запустим с вами платформу Trading Volume Terminal. Выберем, например, фьючерс на золото с CME, да. Далее добавим сюда профиль объема или профиль рынка, его еще называют. То есть вы сможете видеть уровни, на которых было проторговано максимальное количество торгов, и не только. Добавим сюда индикатор HFT объемов, он будет нам показывать крупные быстрые сделки, что улучшит качество наших входов и выходов из сделок. И ну, для полноты картины такой небольшой, давайте добавим сюда дополнительный индикатор, вертикальные объемы, он вам знаком, но это реальные вертикальные объемы, которые, да, не тиковые, то есть он показывает нам именно объемы, вот эти гистограммы, они по объему происходят, а не по тикам, не по количеству сделок, да, поскольку любая сделка или тик – это цена, время сделки и объем, да, сколько было куплено и продано в соответствующий момент времени. Итак, мы выберем с вами стратегию, по которой, например, да, будет у нас появляться HFT объем, мы можем смотреть дополнительные какие-то инструменты, например, как здесь это вертикальный объем произошел, да, у нас кульминация вертикального объема, то есть пиковое значение. Также, может быть, добавим потом кумулятивную дельту, профиль среднего объема и еще несколько индикаторов, если это нам понадобится. Выход из сделки мы будем делать по тому же принципу. HFT, кульминационный вертикальный объем, профиль среднего объема, на сделку, например, появляется какой-то экстремальный, ну, может быть, дополнительные какие-то нюансы, например, там кросс-корреляция дельт. Ну а самое главное в любой сделке — это наблюдать и ждать, что является лучшим качеством трейдера. Умение дождаться своей сделки, умение дождаться правильного выхода. Смотрите, здесь мы делаем выход по профилю среднего объема и кульминационному вертикальному объему. У нас здесь два профиля среднего объема образовались, но нам первый не интересен, поскольку там не было кульминационного. Да? Ну, можно было выйти, в принципе, и по нему. Я сейчас уберу профиль рынка общий, поскольку у нас есть дневные профили рынка, то есть это профили за день, точно так же можно сделать отдельно за неделю, а можно вообще выбирать за как, любой период, который вас интересует. Так, опять образовался HFT объем и опять на экстремальном вертикальном объеме. Входим в шорт, в принципе, стоп за хай. Естественно, нужно дождаться, когда у вас закроется свеча, да, 5 минут. Точно времени хватит, когда закроется свеча, на которой образовался HFT объем, и уже на следующий вы можете входить, естественно, если это не противоречит вашему риск-менеджменту. Ну и самое главное, наблюдать и ждать. Наблюдать и ждать — это самое главное, что нужно от трейда. Так, получается, что здесь мы выходим с вами по профилю среднего объема, потому что других показателей у нас нету, а этот есть. Ну и держать сделку до конца дня, до ночи мы не будем, да, грубо говоря. В принципе, из сделок можно выходить и на закрытие, и на открытие. Давайте добавим сюда с вами дополнительный индикатор, в данном случае свечная дельта. Можно добавить и простую дельту. Дельта показывает перевес маркет покупателей и продавцов на рынке, в данном случае в каждой свече. Ее можно также отображать в виде графика, ну такой кривой, как вы видите. И уже вот за счет этих кривых смотреть корреляции и раскорреляции с графиком цены. И продолжаем ждать, смотреть, следующую сделку искать. Важно понимать, что все эти индикаторы, которые я назвал и которые есть в принципе в платформе, они построены на объеме, да, то есть они все включают в себя объем, как составляющий элемент любой сделки. Повторюсь, любой сделки. Без него сделки не произойдет. Во всех этих индикаторах, естественно, можно применить фильтр и как бы подсвечивать себе какой-то объем, кумуляционный в данном случае, как сейчас это сделал я красным, вот видите. Итак, у нас опять появился HFT объем на экстремальном вертикальном объеме и при этом еще на раз корреляции количественной дельты и дельты по объему, да, это очень важно. Ну что ж, шортим, стоп за хай, а теперь остается нам ждать с вами, как я уже говорил, это самая главная черта трейдера. Ждем, наблюдаем. Можно сделку закрыть в конце дня, например, а можно дождаться HFT объема или вертикального объема, или той же, например, раскорреляции. На все эти, кстати, экстремальные значения можно поставить сигнал, который будет приходить вам в телефон или же оповещать вас на платформе.
Здесь у нас выход в основном на HFT объеме, но также присутствует экстремальный вертикальный объем и в том числе небольшая раскорреляция по дельте. Этот же HFT, который у нас сейчас послужил выходом, может быть, в принципе, и входом в покупку. Правила, в принципе, те же. Здесь я вам показывал так называемую натягивающуюся дельту, то есть ее можно применить к любому участку рынка. Не только к свече, а к любому участку рынка, что очень удобно. Продолжаем наблюдать и ждать следующего сигнала, который вы можете увидеть визуально, да, или он придет к вам на почту или оповестит вас звуковым сигналом. Сигнал, собственно говоря, придет с уже указанными вами параметрами, которые вы выберете, ну, наверное, просмотрев историю торгов и поймете, какие параметры актуальны в данном случае. Так, опять появляется HFT, экстремальный вертикальный объем и расхождение дельт по объему и по количеству. Входим в шорт, стоп за хай, как обычно, ну и ждем новые HFT или каких-то экстремальных параметров в вертикальном объеме, или там расхождение дельт, или наоборот за облачных дельт. Продолжаем наблюдать и ждать, все как обычно. Сделка перевалила за на следующий день. В принципе, мы ждем экстремальных значений, да, которые хотя бы будут совпадать с тем, на которых мы зашли, ну или какого-либо HFT. В принципе, это может произойти очень быстро. А, ну, собственно говоря, вот HFT, вот, в принципе, вертикальный опять объем, расхождение количественной дельты и дельты по объему. Сделку зафиксировали, можно даже на следующей свече, то не существенно. Поэтому вот так, друзья, если хотите видеть такие картинки, смотрите на рынок изнутри, используя объемы. Да, настройте платформу под себя, мы вам с этим поможем. Выберите свой рынок и торгуйте правильно, потому что правильная торговля исходит из правильного анализа. Переходите на сайт Trading Volume Terminal TVT Expert, качайте платформу, воспользуйтесь бесплатным периодом. Естественно, подписывайтесь на наш YouTube-канал, там много полезного. Смотрите на рынок как профессионал. Хорошего дня!